Отец, ты идешь? Ну что, обсудим? Что делать дальше? Нужно все обдумать. Поговорим утром. Ну ладно, утром так утром. Спокойно, спокойно! Да! Спасибо, так намного лучше. Видишь? Доброй ночи, Тюр. Я пойду спать, завтра много дел. Что ж, Тюр, нам пора выполнить обещание. Давай-ка устроим тебя на ночлег. Прошу, за мной. Эй, иди сюда, взгляни, что у меня есть. Уверен, мы присядь тут никому здесь, не помешаем. А я все обустрою. Вероятно, твой рот придет и продолжать. Прошу, не нужно так хлопотать. Я отвык от просторных мест. У вас есть каморка для мётел? Да, но там хранятся мёртвые. Мне подойдет. Если честно, там не будет спокойно. Что ж, а как насчет еды? А, я неприхотлив. У вас есть сухари? Сухари? Или морские галеты тоже подойдет. Я... И немного соли. Ну, сейчас что-нибудь отыщу. Нужно что-то особенное? Что делаем? Эй, я тебе сделал броню. Где она? Сломалась. Я горбатился, работал, не покладая рук, паял нагрудники и оплечья всех возможных видов. А ты теперь стоишь передо мной, считай, в чем мать родила! На этот раз, прошу, постарайся быть поаккуратнее, ладно? Нельзя. О чем думаешь, брат? Я думаю. Я хочу, чтобы все было как раньше. Да. А я бы хотел вновь залезть на дерево. Кое-чего уже не вернуть. Атрей в последнее время слишком беспокоен. Я тревожусь за него. Я знаю, брат. Но чрезмерная опека его не убережет. Парень хочет учиться на собственных ошибках. И как ни горько, но Тюр одна из них. Никогда не видел настолько сломленных, как он. Его боль свежа. Не требуй многого. Да, возможно. Жаль, Фрей еще хочет твоей смерти. Нам бы ее в союзники. Этому не бывать. Да, я уже понял. Что, не спится? А! Не смей так ко мне подкрадываться. У меня есть дела в Мидгарде. Без меня? Я думал, мы напарники. Ну да, но... Вдруг ты бы не пошел со мной?
Хочу навестить подругу. О, ясно. Хотя, возможно, не стоит этого делать, учитывая, что она хочет тебя убить. Она не станет. Слушай, это здорово, что ты видишь в людях лучшее. Я одобряю. И будет чудесно, если ты продолжишь так делать, при условии, что тебя не убьют. Это риск, но она нужна. Уверен. Позволь предложить другой вариант, менее рискованный, но тоже способный дать ответы. О чем ты говоришь? Об одном твоем знакомом, которого ты давно не видел. Об огромном знакомом. Йормунганд? Ты его нашел? Давай покажу. Это все равно по пути к мстительной богине, что хочет твоей смерти. Заодно еще раз обдумаем, надо ли к ней идти. Так, ты знаешь, где Фрейя? Нет, нет. Ну, вернее, да, но... Слушай, давай сперва поговорим со змеем, а потом я не отведу тебя к Фрейе. Что скажешь? Хорошо, что ты прихватил ключик Драсиля. Я выскочил, забыв свой. Ха, уже устал от такого количества гостей? Что? Не, просто решил подышать воздухом. И все. Надеюсь, холод тебе по душе. Может, сперва заглянем к вам домой? Возьмем с собой твоего мохнатого приятеля? О, нет. Я же тебе не сказал. Фенри, Румин. О, мне очень жаль. Для волка он был крайне чистоплотен. Спасибо. Я бы тебя обнял, но зачем нам обоим давить на нервы? Ладно, от башни Хельхейма веет чем-то ужасным. Помнишь, как туда идти? Ага, мимо грибцов. Но ты поэтому думаешь, что Йормунганд рядом? Говорю тебе, чую. Да, с тех пор многое случилось. А мне нужны ответы. Сундук! Не поддается, да? Помолчи! Ну, так что произошло? Отец сказал, когда Фенрир умер, я сотворил заклятие. Но я не знаю, о чем он говорит. Случайная магия? Тревожный знак. Случайная магия — это не все. Еще я превратился в медведя. В медведя? И слюни были. Да, но я не сдержался. Фрейя лучше всех понимает магию. Она поможет. Но не магию великанов. Ладно, давай сделаем по-твоему. Огромный ядовитый змей явно безопаснее. Он ядовитый. Стреляй в бочку. На ней тоже... Да. Приятно, верно? Это здорово, Синдри. Я один не подниму. Разве что с помощью. На меня не смотри. Кто знает, в чем оно? Не пройти. Откуда вообще здесь рука от статуи Тюра? Пойдем, я тебе... Ого! Кажется, будто тебе не впервой. Так что с рукой? Тор спросил своего отца кровавый долг и получил его. Ого, как интересно. Как думаешь, это может случиться снова? Ну, то, что ты станешь медведем и впадешь в буйство. Не знаю. Мы тут не одни. Прикроешь? Да они все целиком из грязи. Я их не коснусь. Да тебе и не надо их касаться.
Мне нравится эта идея. Ну что ж, попробуем! Ява! Мне помощь не помешает. Что ж, ладно, тогда... Спасибо, что потратил столько полезных штук. Тебе ведь нужна была помощь. А, ну хватит. Ну вот, рычаг управления сломан. Ты ведь справишься, да? Или весь талант действительно достался твоему брату? А вся сила досталась твоему отцу? Если я скажу «да», ты, считай, согласишься, что весь талант у Брока. Все, пойдем. Почему ты сегодня такой нервный? Для меня главное заботиться о тех, кто мне дорог. Чтобы с ними ничего не случилось. Фрея меня не убьет, а Йормунганда тут, скорее всего, даже нет. И потом, я ему нравлюсь. Он съел меня всего однажды. Я сделал все, чтобы забыть эту сцену. Ну, мы на месте. Говорил же, его нет. Так, может, его позвать? Мы пробовали трубить в рог. А я говорю не про рог. Йормутеюм! Сену! Ну да, совсем не странно.
будем тебя задерживать! Поговорили. Ярми, что бы это значило? Что надо было сидеть дома? Возвращаемся. Может, я... Просто дай мне закончить. Так какой у тебя был план? Заявиться на совет Валькирии и надеяться, что Фрея встала с той ноги? Ну, теперь я знаю, где ее искать. Так что да, именно такой. Сука. Ни слова Броку, что я ругнулся. Не вынесу его довольной рожи. Слушай, Бальдер хотел ее убить. Что нам было делать? Не уверен, что она считает так же. Ну, я спрашивать не стану. К тому же, те стрелы сделал ты. Совершенно верно. И поэтому я настоятельно рекомендую не делать этого. Все, на сегодня хватит новых впечатлений. Нет уж, мы почти пришли. О, боги. Может, это знак? Хватит ныть, я тебя поймаю и в этот раз не уроню, честно. Я... Тогда просто пройди между мирами. Ты ведь знаешь, это так не работает. Хотя, клянусь, Беслой, очень жаль. Видишь, не все так плохо. Искренне надеюсь, что больше мне никогда не придется такого делать. Моя лавка! Ну, раз я не могу тебя отговорить, тогда иди дальше, а я останусь и буду... Как знаешь. Кажется, это не поддастся. Надо найти другой путь. Ты точно хочешь идти туда с той самой стрелой, что убила ее сына? Я спрячу ее под рубаху. И потом, это напоминание быть лучше. Чтобы быть лучше, тебе нужно орудие убийства. Она придает мне смелости. Это что, так плохо? Если это заставляет тебя верить, что ты уговоришь Фрею, то да, плохо. Попробовать стоит. Сосуд с огнем! Просто иди. Ты уверен, что это хорошая идея? У тебя даже плана нет. Брок говорит, некоторые питаются хаосом. Думаю, он прав. Почему ты считаешь, что это сработает? Ты же рискуешь жизнью! Впереди Рагнарёк. Вариантов нет, а бездействовать нельзя. Жить! Жить — это вариант!
Так, в какой же стороне совет? Наверное, если идти вперед и вверх, в итоге доберусь туда. Да, думаю так. Камень звука. Не пройти. Сперва надо разбить звуковую материю. Нужно взглянуть на камень звука с другой точки. Отец меня сейчас увидел, он бы разорался. Если бы он мне доверял, я бы не стал ничего скрывать. Как тебе доверять, если ты лжешь? Вообще-то, хороший вопрос. Если бы ты меня послушал, я могу сказать то же самое. Угадай, у кого я этому научился? Забраться выше. Интересно, что бы сделала мама? Почему ты ей не доверял? И мне ничего не сказал. Йофа! Жаль, что компаса нет. На, кошмары!
снялся! Я справлюсь, так? Да, я справлюсь. Ялфа! Фрея должна быть где-то рядом. Надо искать большую дверь. Вот и дверь. Эй, там, внизу! Эй! Ну, пришел в себя? Да, в смысле, я не передумаю. А, тебя терзают сомнения. Эй! А тебя никогда? Это лучше, чем сожалеть. Не вполне с тобой согласен, но продолжай в том же духе, и сожалеть тоже начнешь. Привет, Фрея. Что, я не могу навестить знакомую? Что тут странного? Ну, даже если я виноват в смерти твоего сына, это не значит... Так, вот об этом, пожалуй, лучше не упоминать. Что-что? Почему у меня на шее наконечник стрелы? Той, что убила твоего сына? Отличный вопрос. Мне конец. Ну, попробуем. Фрея! Лучше бы ты остался с Синдри. Стой! Хватит! Где твой отец? Отвечай! Не здесь! Он послал? Нет! Он не знает! Зря ты пришел. Он отнял у меня сына. Почему ты считаешь, что я не отомщу? А? Ты не такая! Поставишь на это свою жизнь? Да что ты знаешь обо мне? Но ты меня еще не убила. И пока ты об этом думаешь, может, отпустишь меня, и я скажу, зачем пришел.
Если просить за своего отца, не утруждайся. Его судьба решена. Ты же знаешь, кто во всем виноват! Мне не одолеть Одина. Да и не надо. Рагнарёк его убьет. Да? А если я скажу, что он приходил в Мидгард? Он пришел к нам. Предложил мир, если мы не вмешаемся. Сказал, что Рагнарёка можно избежать. Он лжет. Возможно. Но ты ведь знаешь пророчество Гроа. Все зависит от армии великанов. Великаны ждут войны в Йотунхейме. Нет. Я там был. Нет никакой армии. Великанов больше нет. Лишь я. Ты? В Йотунхейме мы узнали правду. Моя мама была последним стражем великанов в Мидгарде. И это не все. У великанов есть пророчество обо мне. Они зовут меня Локи. И, возможно, мне суждено остановить Одина как-то. Но раз великаны погибли, а тебе не убить Одина, он уже победил. Может, нам объединиться? Ты же можешь сражаться! Я не та, что прежде! Ладно. Ладно. Но мы нашли Тюра. Может, если ты поговоришь с ним... Тюр жив? Да. Мы пошли за ним в Свартальфхейм. Это невозможно. Девять миров закрыты для всех. Нет. Мы открыли путь, но не знаем, что делать дальше. Но если мы объединимся... Молчи. Хватит! Сейчас же уходи. И никогда не возвращайся. Иди, пока я не передумала. И не жди пощады для своего отца. Остался жив, но ответов не получил, так что, похоже, все это время потрачено впустую. И я ни за что не признаюсь в этом перед Синдри. Хорошо, что лазать я люблю. Миру. Ты цел. Как все прошло? Я уж начал бояться. Синдри, я же говорил, что справлюсь. Но, похоже, она не поможет. Где ожерелье? А? А, я решил избавиться от него. Она его забрала, да? Тебе сегодня повезло. А теперь скажи, каково это питаться хаосом? Я... Ну ведь только починил! Ёлка! Да погоди ты! Кошмар!
Алфа! Все потом. Пойдем отсюда, пока еще кто-нибудь не попытался нас убить. Да, хорошая мысль. Хочу спросить, мы расскажем твоему отцу, раз уж ты вышел оттуда живым? Нет уж, он тебя убьет. Верно. Кстати, к слову о секретах. Я хочу с тобой поделиться кое-чем. Я очень давно скрываю это от брата. На обратном пути скажу. Пошли. Сколько можно? Ялпа! Пойдем к башне Альфхейм. Так о чем ты? Задолго до твоего рождения в кузнице кое-что произошло. И Брок умер. Но я не смирился. Я отправился к озеру душ в Альфхейме, чтобы его вернуть. Полчища душ пытались мне помешать. До сих пор ощущаю их жуткие касания. Вот только я смог вернуть лишь 3 из 4 частей его души. Синдри. Брок решил, что просто отключился. С тех пор я ему лгал. Но теперь это меня гложет. Ты должен сказать. Он имеет право знать. Надо выбрать время. А ты должен Серьезно? Сказать отцу. Сейчас? Ялфа! И все же, ты сделал доброе дело. Ты спас Броку жизнь, а от меня одни проблемы. Нет, я сделал выбор. Хоть и не должен был. В каком смысле выбор? Я не мог остаться один. Когда его увидели другие гномы, они прогнали нас. Мы ушли, построили себе дом. Ну, изменить прошлое нельзя, но оно тебя не определяет. Вернемся, пока отец не проснулся. Самая здравая твоя идея за сегодня. Тре. Тре? Это... Отстань. Так ты возражаешь против прозвища? Ах, вот что это было. Дело твое, Лок. Нет, так хуже. Да, сказал и сразу сам понял. Ну, вперед. Паршиво возвращаться ни с чем. После неудачи с Тюром мне так хотелось... Постой-ка, юный Йотун. Тюр не тот, кем ты его представлял, но неудача? Ты спас его от ужасной участи. Разве это пустяк? К тому же, может, он еще поможет нам. Может быть. Но отец не будет вечно мне потакать. Он, небось, уже выбрал, где мы будем прятаться теперь. Тогда тем более постараемся не попасться. Когда придем, я замету наши следы у врат и войду с черного хода. А ты веди себя естественно, но не медли. Давай, давай.
риск в этом деле меня не заботит. Но надежен ли предреченный ими путь? Я верю в их мудрость. Почти то же самое, что поговорить с ними лично. Уверен, что великаны не хотели бы войны. Я же сказал, они были мудры. А мудрецы обычно предпочитают мир. Вот и ты, братец. Говорил же, не волнуйся. Атрей, где ты был? Писал. Ну, кому жратвы? Я бы поел. Я отлично выспался, а вы? Спускаюсь. Это колбаса? Ну да, почти. Раньше еда была вкуснее. А ты попробуй наготовить на такую ораву. Наготовлю. Что? Атрей, мы обсуждали дальнейшее. О, и куда идем? В Альфхейм. В мир эльфов. Альфхейм? Ты его ненавидишь. Зачем нам туда? Зачем? Затем, что нам нужны сведения. Святилище Гроа, Атрей. Твой отец сказал, ты нашел его. Гроа? Хранительница знаний? О, я смогу раскрыть там какую-то тайну? Да. Нет никого лучше всевидящей провидицы. Я не думал, что ты... Неважно. Отлично. Вальхейм. Эй! Не забудь вот это, чтоб туда добраться. Знаете что? Я сделаю нам слов побольше. Значит, мое. Тюр, ты правда хочешь пойти с нами? Да. Когда соберешься? Ну, вернее, когда твой отец соберется в путь. Если мое присутствие поможет вам найти ответы, я хочу хотя бы так отплатить вам. Ну и... Думаю, свет Альфхейма пойдет мне на пользу. Да, эльфийский свет – охрененная штука. А кто подал эту идею? О, разумеется, Мимир. Я просто спросил, как вы меня отыскали. И он рассказал о тайных пророчествах в святилищах великанов. Занятно. Ну и потом мы начали перечислять разные святилища. И тут твой отец припомнил, что у храма света был храм Гроа. И теперь, когда в Альфхейм снова можно попасть, дальнейший план действий стал очевиден. Умнейший в мире человек не сделает неверного шага. И не потому, извиняюсь, что у него нет ног. Я всегда был рад твоим речам. Да. А я рад, что ты наконец свободен, дружище. И тебе я благодарен, Брок. Ты был очень щедр, дав мне эту одежду. Это точно. Я уж не говорю о том, что мне пришлось отдать домовладельцу в обмен на семя Игдрасиля. Домовладельцу? Он не домовладелец. Ясно. Я за тобой. Буду ждать вас около врат, друзья.